Региональный центр компетенции в сфере телемедицины будет создан на базе 33-й больницы. Сегодня там побывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Кроме телемедицины, губернатор также ознакомился и с приемами реабилитации, которые применяются в этой больнице. Мы одни из первых, которые больницы организовали реабилитационную службу. Трехэтапная система позволяет пациентам оказывать реабилитацию в остром периоде заболевания, также и переносить пациентов в реабилитационное отделение и при переводе оказывать уже непосредственно здесь. 33-я больница, которая понимает, что реально нужно пациентам, чтобы они выстроили отношения с научно-образовательным центром, который мы создаем, чтобы вот это техническое задание с земли, что называется, от конкретных специалистов, от врачей, от медицинского учреждения, поступало в науку, в нижегородскую науку. И там уже мы разрабатывали соответствующее оборудование, давали в производство. Зинаида Григорьевна, нас видно хорошо? Видно. Слышно, я так понимаю, не очень хорошо, да? Слышу маленько, слабовато, да. Как у вас ощущение от получения консультации по каналам телемедицины? Все нормально, все устраивает. Впервые сталкиваетесь с ситуацией, когда консультируете? Да, да. Ну, видите, до чего технология дошла. Мы будем развивать это направление. Телемедицина предусматривает три проекта, вот самых важных. Первое – это телеконсультирование. Второе – это телемедицинская диагностика. И третье – это телемедицинское обучение. Когда докторам, которые заняты очень интенсивно на своем рабочем месте, не нужно ездить в другие города, они могут получать точно такое же образование в виде лекций, в виде вебинаров, показательных операций здесь у нас в больнице с созданием специального обучающего класса. Сейчас 33-я больница работает с 5 районными больницами. Конечно, с одной стороны, это уже неплохо, с другой стороны, есть огромный потенциал для роста. Я дал поручение, чтобы мы сделали здесь такой центр компетенции областной в области телемедицины. Во-первых, расширили количество больниц, которые будут сотрудничать с этой больницей в этой части, до 10 как минимум. Ну и плюс этот центр компетенции будет формировать лучшие практики, которые мы будем тиражировать на другие больницы.